Достижение полностью на новые друзья. Видимо, мы завершили третью часть. Наверное, начнется четвертая часть. В игре Assassin's Creed Roach. И снова всем привет. Да, часть четвертая, Северная Атлантика, август 1757 года. Полковника. Мастер Корман, простите мою прямолинейность, но настало время поговорить об этом открыто. Вы проявили верность идеалам тамплиеров. Вопреки, а может благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас. Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл, но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Корман. В вас я уверен. Я отбываю в форт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзий. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании, а душу отцу понимания. Полковник Джордж Монро. Понятно. Видимо, теперь уже принимают в тамплиеры. Будет прям тамплиер, тамплиерович, тамплиеров, всем тамплиерам. Нет времени, Гист. Полковник в опасности. В смысле в опасности? В форте Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Я по местам, бездельники! На позиции! Поднять якорь! Спешим на помощь, конечно же, да? Извини за бутылку, капитан. Представляешь, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Целый год. Столько перемен. Все к лучшему. Надеюсь, ты простишь, что я начал праздновать без тебя. Целый год. Гист, скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имею в виду? Ты про ассасинов. Я Вот известность наша выросла, теперь нас... Охотники за пиратами. Ну, все правильно. Кто ж еще? Как не они. Где охотники? Надо будет во флот к себе забрать их. А, вот они. Мясник. Прекрасно, мы вас заберем. И вот этот корабль тоже. Это у нас фрегат. Ну что, рискуем. Нам достанется очень-очень сильно. Да,
Да, так и думал, что этот фрегат нас заделает. А, и не только фрегат, это еще и огонь. Вот как бывает, видите. Какие бывают печальности. И пиратов не захватили, и фрегат не убили. Нет времени, Гист. Полковник в опасности. В смысле в опасности? В форте Уильям Генри. Его вот-вот поймут. Это говорит о том, что корабль не до конца улучшен. Можно сказать, я продемонстрировал, если вдруг кто-то думал, что если вот таким непрокаченным кораблем атаковать фрегат или несколько кораблей сразу. То вот что. Целый год. Гист, скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имел дело раньше? А, ты про ассасинов. Я 100 лет назад узнал, что я, может быть, и пьяный, но не слепой же. Думаешь, я не вижу, что ты бежал от какой-то кровавой истории? Но почему ты молчал? Так полковник просил не трогать эту тему, чтобы, как бы сказать, ты мог сделать выбор сам. Ты спас мне жизнь, наплевав на осторожность, и сделал еще кучу всего. Будь у меня такое право, я бы сделал тебя тамплиером давным-давно. А кто может сделать? Монро говорил про магистра. О, да. Великий магистр в колонии. Вы и палач. Его отец был ассасином. Тогда нам будет о чем поговорить. Есть новости из форта Уильям Генри? Гарнизон окружен. Подкрепления так и нет. Но генерал Монкальм освободил путь через колонии для короля Людовика. Сидел бы дома со своей женщиной. Он или король? Оба. Но король, пожалуй, в этом удачнее. Да, услышал. Мадам О'Мёрфи роскошная. О'Мёрфи? Любовница короля? Что ты мне голову морочишь? Вот мы уже приплыли. Хоп, хоп, хоп. Танцы в воде прям. Что же, вижу противника на карте. Уничтожьте запасы пороха, убейте снайперов, убейте капитана. Приступим. Первый снайпер ликвидирован. Эти двое, Громила должен быть с ними. Пойдем с другой стороны.
Слезает. О, замечательно, он слез. Это я сразу даже не догадался. А ладно, он уже ушел с области нужной нам. А вот это тот, кто и нужен. Как раз. Тогда вернемся, как я и планировал. Так, снайпера ликвидированы. Капитан тоже. Остается дело за малым и порох. Ну вот и все, со всеми разобрались, теперь можно пополнить боеприпасы, взорвать порох. Наверное, первая часть или подчасть будет выполнена. Сундук не внизу. Да. И все уже захватили. Всего-то. А, это поселение захвачено. Добыча неплохая, между прочим. Еще 8 таких поселений. Прекрасно, слушайте. Задание перехвата вот здесь есть. Давайте мы его рассмотрим. Немного в следующий.